Предлагаю вашему вниманию оригинальный рецепт жареной картошки со вкусом грибов, но без них. Очень просто, очень быстро и непередаваемо вкусно. А какой ингредиент заменяет грибы, вы узнаете в рецепте. Такой картофель можно подать на гарнир или как самостоятельное блюдо с овощами, с оленьями. Баклажан по вкусу очень напоминает грибы. Недаром его маринуют и солят на зиму под грибы. Приготовьте это простое, дешевое, но замечательное блюдо, достойное любого праздничного стола. Уверяю вас, гости оценят. Один крупный или два мелких баклажана очистите, помойте и нарежьте кубиками. Выложите в горячую сковороду с рафинированным подсолнечным маслом. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки на огне выше среднего. Картофель очистите, помойте и нарежьте не очень мелкими кубиками. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Немного обжарьте картофель, периодически перемешивая, и добавьте нарезанный лук. Посолите по вкусу. Жарьте картофель с луком до готовности, не забывая перемешивать. Все это происходит очень быстро. Чеснок очистите, укроп помойте. Измельчите чеснок, укроп нарежьте. Соедините в миске и перемешайте. В сковороду с картофелем добавьте жареные баклажаны, а также укроп с чесноком. Перемешайте картофель с луком, баклажанами, укропом и чесноком. Необыкновенно ароматный и вкусный картофель со вкусом грибов готов.